выбрался в поле сегодня. Первая находка — золотинка скомканная. Ценная вещь. Надо еще походить. От косилки, наверное. Придется оставить. Я сегодня монетки ищу. Если только с краю там у поля потом спрятать. Подковый обломок. Ширина-то нифига у нее. Это что? Болотная. Офигеть. Широченная какая. Да. Ну вот, поле меня первой монеткой порадовало сегодня. Три копейки. Советские. Ну, год я не вижу. Видимо, удобрениями ее подъело. Так. 40-й, что ли, 1940-й. Что-то не пойму. Да, вроде 40-й. Хорошо. Ура. Дело пошло. Плохо, что не вспахано поле. Я надеялся, что вспахано будет. Но, увы. Лемех нашел сверху прям. Какая жалость. Некуда положить. Придется прятать точно. Ладно, как-нибудь до краю дотащим потом. Вроде как и пулька, а вроде и нет. Что какие-то грани там, как шестигранник. Опять же, как попало, как будто куда-то, да? Ну, тяжелая. Звенит, как цветнина. Мягкая, нет? Да, мягкая свинец. Пулька. Интересная, не видел таких. Может, просто это... На хвосте пластиковая тут часть была, может, еще. Ну, пойдет. Моточек медной проволоки. Я уж думал, монетка. Ну, ничего. Времени маленько еще есть походить. Диск обломанный. Какую-то фигню выкопал, не знаю, что это такое. От трактора что-то. Вот, собственно, что нам сегодня поле подарило. Пулька еще и три копейки.
Ну, вроде почистятся, так должны ничего быть. Ну все, что за пару часов пойдет тут попутно. Всем пока. Поехал я домой. Сейчас за мной заедут. Как раз успею сейчас собраться.